Доброе утро. Меня по-прежнему зовут Александра Владимировна, и я продолжаю обзор на свои томаты. Сегодня 11 июня, 8:30 утра. Я нахожусь в теплице и рассказываю вам про сорт Буш, который растет у меня в тепличке и есть он на улице. Но пока он высотой не более 30 сантиметров, очень активно наливаются помидорки. Помидорки, видимо, будут небольшие. Ну, он очень крепкий, здоровенький. Вообще, от сорта Буш по поводу рассады у меня стало очень приятное впечатление, потому что это один из самых крепких сортов, которые красивых сортов в рассаде. Он такой крепыш темно-зеленого цвета. И очень-очень ровненький, не переросший был. А все очень было одинаковые. Помидорки стояли просто загляденье. Ну, вот это вот теплица. Чуть попозже покажу на улице. Помидорки покупала, семена покупала у Ирины Леванчук. Ну, вот тот же самый сорт Буш, только на улице. Вот это 11 июня. У меня их несколько. Тоже помидорчики наливаются. Замульчировали мы грядочку соломой. Пока они вот такие малюсенькие. Ну, опять же, крепыши. Пережили все заморозки. Закрывала один раз. Ну, все, слава богу, обошлось. Есть томатики, где-то видела я. Вот, показывала вам томатики. Кисточки у них такие интересные. Такие мелкие цветочки. Вот. Уже помидорочка. Тоже. Так что вот такой сорт Буш.